Пенсионерам бесплатно. В администрации Сургута рассказали о том, как будут курсировать автобусы к дачным кооперативам города в мае. Транспорт будет отправляться из нескольких точек по 11 маршрутам. До СОТ «Магистраль», «Прибрежный», «Чернореченский», «Виктория», «Солнечный», «Рябинушка», «Север», «Черемушки», «Железнодорожник», «Старожила-1» и «Сургутская». В течение месяца транспорт будет ходить между городом и кооперативами по выходным и праздничным дням. С 1 по 5, с 9 по 11, а также 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая. Вместе с тем, из-за изменений законодательства, в этом году город не отправляет автобусы в дачные товарищества «Победит-1» и «Победит-2». Межмуниципальные перевозки к лету должен организовать Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. Поездки будут осуществляться по нерегулируемым тарифам. Стоимость билетов пока неизвестна.